Я вон мне, снимай, снимай. Он снимает меня, сейчас я ему скажу. Остановись. Если серьезно, то речь идет про кормушку на острове, где проживает около 4000 этих грызунов, посмотреть на которых приезжают туристы. На крыше крохотного заведения расположена памятка о том, какую еду можно давать зверькам и какая им навредит. По сути, это заказ, который сделали животные, а люди – это просто бесплатные официанты. В Германии на продажу выставлена настоящая гора, которая изображена на известной картине «Странник над морем тумана». Владельцы этой территории очень пожилые люди и больше не хотят содержать угодья и ухаживать за ними. Правильно делают, куда приятнее в конце жизни иметь при себе гору денег, чем запущенные грязные.